тебе особенно остро стоит во всех выпусках нашей программы. Преображая женщин от 20 до 60 лет, мы меняем им прическу, стиль, взгляды на жизнь. Но заставить их поверить в себя и свою природную красоту, признаться, не всегда нам под силу. Все дело в том, что формируется это чувство гораздо раньше, еще в подростковом возрасте. 3, 4. Люблю в саду ду, день ду-ду, 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 ду-ду. Я поворот. Я иду, иду, веселей. Иду, иду, идую в дудочку ду-ду, ду-ду, ду-ду. О! Психология и актерское мастерство – дисциплины, помогающие девочкам-подросткам стать увереннее в себе. Я совмещаю и речь, и актерское мастерство. Каким образом? Дети должны… Девчонки, потому что разного возраста есть девочки, поэтому я могу говорить дети, могу говорить девчонки, могу говорить взрослые девушки. Дело в том, что они должны уметь свои мысли передать через действие. Я всегда говорю о том, что есть язык наш, речь наша – это действие, это сценическое действие. Здесь немножечко другое. Они не только должны уметь изъясняться, они должны понимать, что они говорят. Они должны знать тему, то есть мы выбираем тему, и на эту тему мы развиваем речь, мы развиваем наше понятие того, что мы хотим сказать, как мы хотим сказать. Вопреки стереотипному мнению, актерское мастерство важно не только в качестве будущей профессии подростков. Все-таки беру речь не только речь, а беру риторические примеры какие-то, чтобы они могли владеть риторикой, чтобы они могли не только в данном случае говорить о каком-то предмете. Я думаю, что даже если будет какое-то собеседование, они настолько уже будут готовы к тому, чтобы рассказать о себе, рассказать, что они хотят, как они понимают то или иное произведение и как они понимают то, что, к чему они готовы. Поэтому риторика в любом случае, как я себя веду, что я думаю, как я мыслю, это все нужно уметь, и они для этого и готовятся, чтобы уметь раскрепостить себя, чтобы не показать, что я зажат, а я свободен и умею мыслить, и умею говорить. Ах, подразнили меня, давайте. Ахти, ахти, ахтушки. Раздохались. Раздохались, бабушки. Да. Ахти, 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 ахти. Нигде. Творческие задания помогают овладеть речью, голосом, телом и психологическим состоянием. В результате подростки становятся более раскрепощенными и уверенными в себе.